Центр управления спутником был в Андах. Эгуар сказал, что если его взорвать... В теории. Так, парни, ваша задача — накрыть те цели огнем. Ладно, Марлоу, Хэггард, вставайте за пулеметы и за дело. А ты что, нам не поможешь, Флин? Чё, я... Не-не, я пацифист. Что? Ты пацифист? Чё, блин, родину не любишь, сука? Люблю, но карма дороже, чувак. Карму не трожь, поэтому я только летаю. Так, забей, блин. Нахер, блин! Я на болту все это вертел, гондон ты штопанный. Я тебе, сука, устрою небо в алмазах, на! Красавчик, блин! Тупорылый, удобанный, сраный либерал! Пойдем зачистим зону посадки. Берегитесь, РПГ! Бегу! И правильно делаю! Единственный путь к станции. Yeah.
стрелять только наверняка, иначе со спутником можно обращаться. Не стреляйте как попало. Всем ясно. Готово. Увидим его в любую минуту. К счастью, эта дрянь не так наполовину сломана. Закончить дело пустяк. Да, у лягушатника всегда все через жопу. Так, теперь нужно вытащить оттуда сервер с данными. Так, спутник сошел с орбиты и летит на всех парах. Можем не успеть. Поднять Флина. Призрак, это Редфорд. Спутник падает. Соберешь нас? Браво-2, это призрак. Никак нет. Сильный ветер с гор. Не могу рисковать. Так что подхвачу вас как смогу, парни. Конец связи. Ну, блин. Если бы у конченого хиппи были яйца, мы бы давно бухали на обломках спутника. Так, у нас есть координаты точки падения. Двигаемся. Можем позаимствовать транспорт. Yeah.
можем вон тот джип захватить. Когда упадет спутник? Светота. По расчетам 4 минуты. Плюс-минус. Не знаю, насколько точно. Так что вперед. Круче ничего в жизни не видел. Ладно, погнали уже к спутнику.